Активисты российского движения школьников приводят в порядок заброшенные памятники Великой Отечественной войны. Акция «Чистый обелиск» в Северной Осетии проходит уже четвертый раз. Организаторы отмечают, с каждым годом участников акции становится больше. В этом году уже убрали 40 памятников. Подробнее расскажет Сабина Пелиева. Ножовки для спиливания деревьев, краски, кисточки и перчатки. Весь набор необходимых инструментов под рукой. Школьники очищают от сорняков и другого мусора заброшенные могилы участников Великой Отечественной войны. Памятники чистят от коррозии, после обрабатывают краской. Своего рода это тоже воспитательный процесс. Эти ребята никогда не будут вандалами, никогда не будут рушить памятники, никогда пренебрежительно не будут относиться к ветеранам любых войн. Будет уважение к человеку, который в свое время защищал Родину, отстаивал интересы. Эти ребята восстанавливают, они созидают. И это очень большой пример для, будем говорить, для всей молодежи республики. Акция «Чистый обелиск» проходит уже четвертый раз. С каждым годом участников становится больше. В этом году уже убрали 40 памятников, в порядок привести планируют еще 60. По словам участников акции, важно чтить память тех людей, благодаря которым мы можем жить в мирное время. Помнить всех героев войны, которые внесли неоценимый вклад в Великую Победу. Деятельность в российском движении школьников – это моя гражданская позиция. То есть я понимаю, что я должен заниматься вот этой работой, потому что она воспитывает патриотизм в школьниках. Это на сегодняшний день важно, потому что мы сохраняем ту историческую память, которую сейчас хотят исказить. Мы первый раз на этой акции. Мы, да, устаем, но мы понимаем, что мы делаем хорошее и полезное дело. И мы сохраняем память о ветеранах. Чистый обелиск продлится еще два дня. Специалисты движения школьников отмечают, интерес к такой работе у ребят растет. Это все-таки очень сильно сказывается на воспитании подрастающего поколения, потому что здесь задействованы школьники, и они это делают искренне, не потому что их заставляют, их никто не заставляет, это все добровольно. А потому что они сами горят этим, они говорят, какой еще памятник нам почистить, где еще, что еще. И они сами рвутся, и это им нравится, и это очень хорошо. Приурочили акцию к 75-летию Великой Победы. Стать участником и внести свой вклад в полезное дело при желании может любой житель республики. Сабина Пелиева, Диана Кабалоти, Новости Осетии.